Привет. Привет. Всем привет. Привет, привет. От старых штиблет. Привет, как дела? Все окей. Ем йогурт с клубникой. Нет, не отремонтировала до конца. У меня денег нет. Я же говорила, что у меня нет денег. Откуда они у меня возьмутся? По щелчку $1300 у меня я не заработаю за день. Такие вопросы. Ну да, ну добро. Ну, за неимением лучшего. Привет, Одесса, привет. Вкусно. В Украине добришь, а тут не добро. Пользователь Таня Маркова поделилась трансляцией. Попросите остальных сделать то же самое. Прошу, поделитесь моей трансляцией. Все. 88 человек. Твердай недобра, ну а что делать? Другой тут нема. Тут весь год така. Я не жду, як у нас. Ой, скоро буде клубника, тут весь год клубника. Лайкаем, лайкаем, спасибо. Спасибо. Ставим цель на ремонт машины. Хотя вряд ли, конечно, кто-то донатит $1300. А вдруг попадется молодой миллионер? Вот, 100 ракушек. Молодой миллионер. Пригласите танцевать. Спасибо. Блин, хочу поставить цель, не дают. Постоянно приглашают трансляции общие, в батлы. Ну вот эти, у которых 3 подписчика и сидят, смотрят. Не разговаривают, ничего. Нахер они мне нужны. Я бы кто-то стекавый. Обожаю вас, привет, Одесса. Привет, спасибо. Ой, ладно, позовем. Ну кто это? Hello. Здравствуйте. Привет. Как у вас дела? У меня дела отлично. У вас как? Да тоже нормально вроде бы. Mm-hmm. Работаем. Один разок сыграем в батл? Давай. Ё-моё. Ой, куча людей, господи. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Хочу я играть с ними. Мне интересно. Я лучше дарите мне так ракушки, а то буду в батлы играть. Бывают какие-то интересные, это какие-то. Ну, интересные. Привет. Привет. Спасибо, Елена. Спасибо. Одну ракушку Елена подарила. Жду от остальных 99 раковин.
Я сегодня не надо. У меня дел очень много. Спасибо. Ой, прикольно. Подписывайтесь, кто не подписан. Сегодня за ночь подписалось 15 человек на YouTube, представляете? Там вообще мало подписываются, там же так не идут видео, как у нас. Ну, как у нас, как в ВикДоке. Там очень мало подписываются, очень медленно, так медленно канал раскручивается. Ирина, спасибо. Я его не рекламировала, но с вечера ничего. И я просыпаюсь, у меня плюс 15 или плюс 17 подписчиков. Вау! И на каждом видео по 100 больше просмотров. Это значит, что я там больше заработаю. Ну да, невкусная клубника. В Альберте, начиная с апреля и по октябрь, всегда прекрасная погода. Не столько морозы. Зима морозная, но она тоже очень солнечная. Альберта, самое солнечное, как можете погуглить, самое солнечное место в мире. Здесь 360 солнечных и ярких дней, очень мало осадков, очень-очень яркое солнце, всегда. То есть вот это мне очень нравится. Здесь мало дождей, меня в Канаде не укусил ни один комар. Хотя мы вчера вечером, весь вечер сидели с Олей под деревом в парке. Кто хочет, посмотрите в Инстаграме. Есть фотографии, подписывайтесь. Всю неделю будет больше 30, лето тут очень жаркое и сухое. Очень ярко. Если бы тут был океан или климат потеплей, это была бы бомба. Ну, как здесь солнечно. С севером, вот там в России с севером не сравнить, там пасмурно, а здесь не пасмурно, тут всегда солнечно. Ну, зимой холодно, летом никогда не холодно. Спасибо. Спасибо. Жду от вас, что вы подпишитесь на YouTube. Хорошо. Там вообще медленно идет. Там же проскрутиться, это там надо года. Спасибо. Спасибо за сердечко. Сильный мороз убивает всю живность. Вы уверены, что не убило ни оленей, ни мышей, ни зайцев? Зайцы прыгали всю зиму. Зимой они беленькие, летом серенькие. Яку живность, например, убивает мороз? Все живые вроде. Просто приспосабливаются к морозам и все. Вчера мне кто-то задонатил $50 на еду. Я не знаю, кто это. Ну, нет, то есть я знаю трансфер, там фамилия, я забыла, извините. Надо прочитать. Спасибо большое этой женщине. Благодарю вас. Очень большое спасибо. И в PayPal тоже мне пришло $6-7. Спасибо большое вам. Из Латвии женщина. Но я что-то они у меня застряли. Ну, я Владу написала, что это может быть. Он говорит, что может быть, я уже поменяла и ввела ID, и ввела даже свой, короче, там надо ввести, введите свой адрес, что это вы, с какой-нибудь документа, например, со счета на свет. Я ввела, уже все, ну я не знаю, что оно, просто перед этим у меня был донат большой, он говорит, может, это нужно несколько дней подождать. Поэтому я не знаю. Подожду несколько дней и погляжу. Спасибо вам большое. Я очень рада. Вообще у меня очень много моих подписчиков. Я просто действительно почему-то вчера мы поговорили вот так с Олей. Она мне сказала,
Ну, мы бахнули с ней пиво. Мы на похмелье. Я выпила две банки пива. Причем еще в 6 вечера. Уже сейчас час дня. У меня так болит голова, будто бы я бухала всю ночь. Понимаете? Мне вообще нельзя спиртное. Мне так плохо от него потом. Она мне сказала, что я злая. Потому что я сосредотачиваюсь на плохих людях. Нужно в ТикТоке сосредотачиваться только на хороших людях. Действительно, я там говорю, что много дебилок, а действительно в ТикТоке очень-очень много людей, которые мне помогли. Вчера мне помогли. Я помогла Оле, у нее нет машины. Я сказала, поехали за покупками. Взяла ее за покупками с собой. Заехала за ней на работу. У меня на самом деле очень много хороших зрителей, которые мне помогают. Не деньгами, даже советом. Даже таких, что вот в Канаде далеко. Я вам писать не хочу. Потому что вы все штыки воспринимаете. Я не все воспринимаю штыки. Почему все? Я все вообще не воспринимаю штыки. Я хочу сказать, что хороших тоже много. Просто надо не обращать внимания. Просто раздраконят, понимаете? А кто-то под горячую руку попадется. Ненавидит, спасибо. Сколько можно купить бюджетную машину? ССД. На такие вопросы я вот всем отвечаю так. Сколько стоит билет до Канады? Сколько стоит машина? Открывайте сайт канадский по продаже машин. Kijiji. Открывайте Google. Смотрите, сколько стоит машина, сколько стоит то. За 4-5 долларов самую дешевую можно купить. 1000. Бюджетную, ну да. Говорится, правда, это хорошо. Вы ж можете открыть сами сайт и посмотреть, или вам лень. Я считаю так. Если человеку лень смотреть, сколько что стоит, то он не собирается это покупать. Когда я покупала машину, я перерыла все. Я перерыла все. Когда я собиралась ехать в Канаду, в Эдмонтон, я узнала все про этот город. Я читала месяц про него. Какое население, какое комьюнити украинское, какие дороги, какой климат, какая широта, какая долгота, что здесь примечательно, какие достопримечательности, какие животные, чем он этот город, кто его основал, какая тут украинская диаспора. Я наспрашивала это в ТикТоке. Я просто есть Википедия, есть Google. У вас хорошая. Да, ну, не такая уж она и хорошая. Чем она хорошая? Развалюшка. Самая дешевая. Тоже спрашивают, сколько стоит билет до Канады? В ТикТоке спрашивают. Ну, откройте ж, посмотрите. Авиасейлс. Я не знаю. Столько всяких приложений, где можно посмотреть, изучить. Зачем спрашивать в ТикТоке? В ТикТоке вам могут сказать все, что угодно. Я могу сказать все, что, может, я умалишенная. Я сейчас вообще вам рано говорю то, что вообще. Надо всегда смотреть официальную информацию, а не ТикТок. Рашится челепное. А, это пятно на телевизоре. Я похудела на 2,5 килограмма, но у меня такое ощущение, что на 10. Прям похудела сильно. А на весах 2,5. Но все равно держусь. Не болюсь или желтая? Люблю слушать ваши истории. Слышала где-то рядом с нами желтая. Я родилась в селе Белое. Желтая я чула. До сих тоже рядом с нами, но не была. Моя любимая девчонка Алла, ты правда звезда. Спасибо, Натусик. Дякую. Я сейчас... Мама каже, а что ты не загружаешь видео? Не знаю, мне кажется... Что это уже не интересное, что-то делаю, что-то вот так.
Я вчера загрузила одно видео, как мы залезли на дерево с Олей. Ну, мы выпили пиво и залезла на дерево. Но я его удалила через час. Ну, стали писать плохие комментарии, у вас не хватает в голове, вы позор, это украинских женок. Ну, я думаю, удалю. Мне настроение портит такие комментарии. Галусечка, здравствуйте, это значит, ушел объем, потому так заметно, жир легкий сам по себе. Да я знаю, да, ну мне прям, ну так сильно похудело, вещи все, знаете, свободные, а на весах 2,5 килограмма всего. Но я вот раньше ж худела, знаете, ну как, если ты правильно худеешь, не воду сливаешь на дюкане, ну именно жир, вот просто на 30% урезать свой рацион на месяц. Вот я заметила, что сначала уходят объемы, уходят, а вес стоит на месте. Объемы уходят. Потом в один прекрасный день встаешь, раз минус 2 килограмма. Я в шоке. Ну как, второй раз встаю, минус 2. Ну как-то. Потом на следующий день смотришь, опять немножко привес, но уже получается, что ты на килограмм похудел. И опять застряла. Потом опять раз минус 2. У вас такое бывает? Я люблю белое полотно. Читаю, пользуюсь вашим, спасибо. Подружитесь там со мной. Меня зовут Алла 241. Там я пишу все, что я ела, насколько я похудела. Это очень интересно. Я буду за вами следить. У меня там только 2 подписчика, это 2 девочки, они уже не худеют. Найдите меня, Алла 241. А, поздравляю всех с праздником Святой Троицы. Мама мене сьогодні поздравила с утра. Каже, поздравляю тебе с Трицею. Каже, хотіла до баби поїхати у понеділок. У них Троїцю автобуси не ходять. Каже, хотіла поїхати до баби у понеділок. А мені кажуть, автобуси не ходять того, що День Святого Духа. Ой, мене мама ще як скаже. Привет, не пришла еще посылка? А, пришла, спасибо, Наточка, пришла, я уже ее и вставила, уже и все. Ну что-то в приватбанке не получилось, у меня просто нет времени, буду делать из монобанка. Пришла, большое-большое вам спасибо, большое-большое, благодарю вас. Я очень вам благодарна. Хотите, я вам за все ваши растраты деньги пришлю, через PayPal только? Спасибо, вы прекрасны, спасибо. Вам и... Очень заметно. Спасибо, что похуй говорите, где? Где это Алла 241? Ну, в этом фитнес-пол. Фитнес-пол приложение, где считаешь калории. Мама в Луганской области. Алуська, хай не приедят, ты дуже разумно. Спасибо. Ура. Спасибо большое. Да бывает только все время плюс везет, все у тебя получается. Так это тоже тяжело. Разве это? Здравствуйте, вы такая красавица, на вам фото. Спасибо, это мне ТикТок сделал аватар. Я просто включила, кажу, сделать вам аватар. Я говорю, ну да, сделайте. Мне там 3 предложила. 2 каких-то мне не понравилось, а это прям с цветочками. Я, блядь, мать, давно тебя не видел, как жизнь. О, господи. Окей, подпишусь. Жизнь бьет ключом. Мама не хочет. Если б хотела, она приехала. Так, ставим лайки, доверим ракушки мне. Спасибо большое. Подписывайтесь на мой YouTube. У меня все есть ссылочки. Мой PayPal, мой YouTube. Кто хочет, может мне в Амазоне подарить подарочек. Там у меня все бытовое. Кастрюльки, что мне не надо. Если мне пришлют 2 комплекта, я подарю Яне или Оле. У меня тут есть 2 девочки-соседки, такие как я. Сегодня с Яной поедем в бассейн. Я в спортзал, а нас, я их повезу в бассейн. Аня, спасибо. Тут такой аквапарк классный вообще. Прокачусь опять с горки. Аквапарки, как бомба. Спасибо. Можно было бы прямую трансляцию делать, но я не хочу в аквапарке. Во-первых, знаете, когда трансляцию ведешь, это уже не отдых. Это ж как тоже работа. Мне надо общаться со зрителями, общаться с людьми. Я не отдохну, надо все внимание туда.
Мы дома шашлыки жарили, а вы скучно живете. Какая дома природа? А что я скучно живу? У меня позавчера было барбекю на работе. Мясом жарил босс. Мы ели. Вчера я заработала на стримах. На стриме много денег. Повезла Олю в суперстор, полазили, купили с ней пиво, попили пиво, потом втроем пообщались, поржали. Чё я скучно живу? Я не скучно. Если у меня выходные есть, я тогда и крашусь, я и платье одеваю, я и вся всегда намарафечена. А если я постоянно, извините, работаю как вол, то я зачухана тогда вообще, мне некогда в гору глянуть. Ну, это все временно. Я думаю, что это временно. Надо идти к своей цели. Разговаривала в прямом эфире. Все спрашивали, где твоя дочь? Где твоя дочь? Вот вчера все услышали, мою дочь. Спасибо. Ставим лайки, сердечки, дарим ракушки. Подписываемся на YouTube. Можете мне что-то кинуть на PayPal, если кто не хочет в ТикТоке. Может кто-то мне подарить на Амазоне подарок. Подписывайтесь на мой YouTube. Я туда загружаю полностью видео. К сожалению, 30 или 40 видео надо все отмонтировать и в YouTube загрузить. У меня нет времени на это, правда, ребята, вообще. Абсолютно. Спасибо. Все, нравится вам эта фотка в цветочках? Вообще, ну, очень люблю всякие цветочки. Так и все. Нравится, спасибо. Так что, девочки, спасибо вам большое, кто донатит. Билет нет, но замовил еще. Ничего не буду казать за билет, пока не прилетят. Бо я сейчас растрындю и все. Спасибо. Ну да. Уже так правильно, ничего не кажи. Ну да, я ничего не буду казать. Конечно, возьмет. Если б не коты, она б уже тут была. Из-за котов задержка. Пока их всех оформишь, пока прочипировали, пока потом надо прививки и месяц ждать. Из Москвы. Пока надо будет все ждать, это, ой. Она б сама уже, я б ей давно купила билет, и она б сама прилетела. И подешевле, и быстрее. Ну, и быстрее нет, подешевле те, которые дольше летят. Но я специально... Какая была сколько вы бегаете? Сейчас я не бігаю вранці, тому що мені на роботу треба на сьому ранку, і я виїжджаю, встаю у 6. Можна було б вставати в 5 і бігати, але я чогось зараз так. Я хочу це почати робити, почати. Але раніше я бігала по 10 кілометрів кожен ранок. 5 разів у тиждень. Зараз я бігаю 2 рази в тиждень. Десь 7-8 кілометрів. Вчора 5 пробігла, тому що мені чогось затошнило, жарко. А як же квартира в Москві? Тетяна Косарєва.
Ну, вы знаете, что даже если человек не живет в квартире, она все равно в его собственности. Чи вы думаете, если человек уезжает в другую страну, в другое место жительства, это уже не его квартира? Квартира в моей собственности. Закроем и уедем. Я плачу отсюда за квартиру. Мне приходит счет, квитанция, я ее плачу. Москве у людей нормально, а почему уезжает? Я не буду отвечать на этот вопрос. У нас тепло, у нас жарко. Коты даже не знают. Да, я представляю, бедные, бедные. Я как за них переживаю, я за Нейны так. Я за Ней, можно сказать, особо и не переживаю. Ну а что за нее переживать? Ей 19 лет, она прилетит. Ну что за нее переживать? Деньги у нее есть, воды собекупа, еды собекупа. Ну, она в аэропорту в безопасном месте. Ну, ей не 14 лет, 19. Она умна, умна, грамотна, все разберется. А коты? Ой. Очень рада вас снова бы. Набегаешь. От бега не худеют, вы знаете это? От бега я наоборот толстею. Потому что когда я бегаю, я начинаю больше кушать. Худеют только, если вы урезаете себе калораж. По-другому вы не худеете. От бега 10 километров бега – это 600 калорий. 600 калорий. Две миски борща. Две конфетки. Ну, три. Это 10 километров бега. Вы думаете, спорт у вас много калорий забирает? Вы посчитайте, что вы жрете. Это бутылка колы литровая. Это 10 километров бега за день. Это соотношение калоража. 10 километров бега – это вот эта банка йогурта. Даже не, вот сколько в ней калорий? 170 калорий. А здесь, ну, 300 грамм примерно. 750 грамм. Умножьте 170 калорий на 750. Вот. 10 километров, пол банки вот этого йогурта – это 10 километров бега. Вы думаете, вы то, что вы пробежите 10 километров, вы сразу похудеете на 10 килограмм? Это 500-600 калорий. Пол банки вот этого йогурта. Три конфетки. Никто не худеет от бега. От бега бег для сердечка, для здоровья, для красивого цвета лица, для сердца, для дыхания, но не для похудения. Если вы урежете калораж, вот как я, и будете бегать, тогда да, тогда вы похудеете. Если вы каждый день, допустим, как я, 1700 калорий и бегаете, получается у вас тогда 1200 калорий, потому что вы выбегаете это все. А если вы не будете и не будете контролировать, что вы не похудеете. Вообще ни фитнесом, ни плаванием, ничем вы не похудеете. Спорт на похудение никак не влияет. Я ездила на велосипеде 100 километров. Можете мне поверить. Если у вас хороший аппетит, вы после хорошей тренировки проходит время и бесконтрольно будете кушать. А кушать после тренировки вы будете очень сильно. После 10 километров вы сами не заметите, как вы скушаете очень много чего-то. Вы только потолстеете. Сколько лететь до Канады из Москвы? Который я хочу билет 33 часа. Люди такие странные захотели. Захотела и улетела в Канаду. Ну да. Мне все меньше хочется есть. Я хочу кушать. Я кушаю все. Ну, кроме сахара. Я сахар не покупаю и хлеб. А так я ем все, просто я считаю калории. Наконец, просто такая, спасибо. 100% права. Спасибо. Да, я курила 20 лет. Я 8 лет уже не курю. Мне 44 года. Да, главное дефицит калорий. Боже ты. Я когда много тренируюсь, я очень много хочу есть.
Очень много. Я когда пробегу 10 километров, во-первых, прежде чем бегаю я 10 километров, я до этого 3 часа ничего не ем. Кто бегал, тот знает почему. Потому что вы, если вы покушаете час назад и побежите на третьем километре, вы выблюете все под кустом. У вас вот так все время желудок. Это первое. Если я бегу полумарафон, я делаю еще клизму. Я прочищаю все, потому что мне после 10 километров всем людям хочется какать. У вас растрясается кишечник, и если у вас полный желудок был, если я бегала соревнования по полумарафону, я за сутки ничего почти не ела. Я пила что-нибудь легенькое, ни в коем случае не жирное, ничего. И перед самим забегом я просто что-то ела, такой очень углевод, ну, кусок шоколадки, потому что так как вы ничего не ели за сутки, ну как, легенько ели за сутки, у вас организм аж котят слаб, а если вы едите углевод какой-то сильный, то у вас уровень сахара повышается, у вас силы. И вот так я бежала. А что я хотела сказать? И я пробегаю 10 километров, до 10 я в туалет не хочу. Но после 10 все растрясает, это ужасно. Поэтому, если я знаю, что я буду бегать. Ну, сейчас я не пробегу 21 километр, честно скажу. Ну, потому что я ослабла в Канаде. Ну, я потеряла форму, я много работаю, я мало бегаю. А раньше я бегала, у меня самое большое 28 километров. Марафон я не пробегала, но 28 я пробежала за один раз, не останавливаясь. А, и что я хочу сказать, когда вы пробегаете полумарафон, естественно, вы после него 2 часа ничего не хотите есть. Вам настолько плохо, организм шок. Не то, что плохо. Ну, если спортсмен, ну, знает это состояние. У меня и мурашки по коже, меня тошнит. Я только пью воду, пью, 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 и 2 часа просто отдыхаю. Потом просыпается такой аппетит. Да представьте, вы сутки сидели, ну так, почти ничего не ели, потому что нельзя наедаться. Это колоссальная нагрузка на организм, бег 21 километр. И вы еще потеряли калории, около 1000 калорий, пока вы пробежали, даже больше 1200. И у вас такой аппетит, что вы можете сожрать слона. Поэтому я вам хочу сказать, от бега не худеют, если вы будете это зажирать. Естественно, у меня просто аппетит хороший. Как бросили курить? Смотрите, я курить так, а вы лайкайте трансляцию, я вам рассказываю. Я сегодня добрая. И дарите мне ракушки за мои секреты. Курить бросила. Смотрите, курить я начала в 13 лет. Так как я жила там в селе, село Биле было. Я поехала к бабушке там, и у нас нечего было там робить, и все курила. Я в 13 лет попробовала. И причем я стала сразу, мы стали курить и ватру без фильтра, и приму без фильтра. Это ужасно. И тут же через, как я попробовала покурить обычную сигарету, я стала курить траву, потому что у нас был юг, у нас она растет. Ну, каннабис этот, или как в Канаде говорят, коноплю. Мы делали вот эту пыльцу собирали, всякие шарики, ну это все знают, кто в Донбассе вырос. Делали сигареты с этой конопли, курили, санаши. Вот это мы все курили. И где-то курила, я курила, курила. Боже, я вышла замуж рано в 19 лет. Мы с мужем курили золотую яву. Мы курили с ним в комнате. И закрывали. Ну, и вообще не проветривали. Это ужасно. Представляю, как от нас воняло. Ну, тогда все курили. Сейчас так молодежь не курит. У нас тогда курили все. И мы сидели, играли в карты, интернета ж не было, там друзья придут, и мы курили в закрытом помещении. Это ужасно. Я бы сейчас бы минуту не выдержала. И это. Потом я бросила курить, когда я забеременела. Ну, я бросила не потому, что мне плохо, а потому что я решила, ну, ребенка не травить. Как-то мне легко было бросить беременная. Я не знаю, почему. Такая мотивация, что все, я своего ребенка не травлю. Я кормила грудью, ну где-то 3 года я не курила. Потом я опять закурила, курила, курила. Потом я не курила тоже, наверное, года на 3 бросила курить. Я не помню, какое это было. Потом опять закурила.
Потом опять я год не курила, а потом началась война в 2014 году, и я закурила в Харькове. И уехала в Москву, и там бросила в 2015 году курить. Вот год я покурила, как война была, и я бросила в 2015 году, и с тех пор я не курю. Я занялась спортом, бросила я курить, потому что я занялась бегом и спортом. Мне а бег и сигареты несовместимы. Ты не добьешься результата, одышка. Ну, вообще. Я стала заниматься спортом, и я бросила курить. И как-то я... Знаете, как курить? Пока вы любите курить, как Лобковский говорит, вы будете курить. Вам нужно разлюбить курить. Вот пока это как с мужиком. Пока вы его любите, вы будете искать оправдание. Он хороший. А когда вы его разлюбите, вам уже будет все равно. Так со всем, так и с курением тоже. Вам нужно просто разлюбить курить. Вы должны понять, что курение это не потому, что вам это да, наркотическое вещество вас тянет физически, но больше вас тянет, вам нужно что-то во рту. Рефлекс сосать. Говорят, что это как удовольствие, человек понимает, как когда в младенчестве сосет материнскую грудь. Я выбрала авторучку и вот так ее сосала, ну, как сигарету держала. Но я вам хочу сказать, 21 день должна укорениться привычка. Вот любая привычка 21 день. Вы делаете это через силу, через 21 день она у вас укореняется. Но через месяц у вас может такое быть в голове, я же бросала много раз. Ой, ну я ж не курю. Я закурю. Что будет, если я одну закурю? Нет. Если вы закурите одну, я 8 лет не курила, если я сейчас выкурю сигарету, я завтра выкурю пачку. Ну, я вернусь к тому же, как я курила. Потому что зависимость от никотина, она на всю жизнь. Первые 2 года вас тянет всегда, вы не можете нюхать дым. Сейчас мне все равно, я сижу в курящей компании, мне уже не тянет. Но я, потому что я, это привычка, привычка, привычка. Если я знаю, я не вытерплю, и я сейчас выкурю сигарету, на следующий день я куплю пачку, ее выкурю. А я курила пачку в день. Понятно? Привет, Ванщина. У меня все хорошо. Я бы сдохла. Ну, я спортом занималась. Вы ж не будете бежать, я сейчас тоже сдохну. Это ж все, понимаете, любой спорт вы занимаетесь. Это не то, что вы встала и побежала с дивана. Чтобы пробежать 28 километров, надо года 3 тренироваться. 3, потом 5, потом 6, потом 8. Это так же, как и тяжелая атлетика. Ты навешиваешь каждую неделю по килограмму. Ну, это же все труд. Ну, как вам сказать? Это же не то, что я сейчас встала, я сейчас тоже не пробегу. Чтобы я пробежать 28 километров, мне надо полгода тренироваться. Топтанная. Если ты поправляешься, но живот просто растет. Что делать? Я не знаю, это такая конституция. У меня живота особо никогда нету. Ну, так вот, я если поправляюсь равномерно. Я не знаю, если живот растет. Точно не пресс. Если вы начнете качать пресс и ИСТы, у вас вырастут кубики, а над ними жир. Я 1,5 литра выпиваю играючи. Я после 10 километров бега, если не буду себя сдерживать, я знаете, сколько буду жрать? Я буду жрать час не останавливаясь. Просто вот так. Пить я никогда особо не пила. Ну как, в юности были эксперименты и напивалась. Ну, прям, чтобы у меня, как у мамы, моей тяги нету. Я не люблю алкоголь. Я вчера выпила 2 банки пива, хотя себе каждый раз. Зачем ты его пьешь? Ну, блин, лучше попсику. Я теперь все, девочки, все. Ну, потому что у меня похмелье такое, 2 банок пива, будто я, не знаю, бухала всю ночь. Как разлюбить кушать? Пока еще не могу посоветоваться, потому что кушать я люблю и еще не разлюбила.
Я нечаянно сбросила. Я по привычке, мне еще добавься. Мне просто добавляют, добавляют, и я вот раз, раз, раз. Я всегда могла бы сейчас курить это день. Я просто мне вот эти все мужики добавляют, добавляют, я их по привычке вот так отклонить, отклонить. И тебя отклонила нечаянно. Как вы запрыгнула на стул, я под впечатлением. Ну, вообще-то я могу и выше запрыгнуть. Я могу прыгнуть так 25-30 раз. Ну, я бы занималась кроссфитом. А что это много? Ну, если я занималась много лет кроссфитом, как вы думаете, я могу сейчас запрыгнуть? Я выше прыгаю. Я прыгаю на 1,5 метра в высоту. Это тренировка, это такое, ну. Просто я дома на стул 2 раза прыгнула, потому что, чтобы его не сломать. Ой, не нравится это. Там еще стрибки на тумбу. Ну, на тумбу, да. Так, а где она, эта активка? А, я ее не могу добавить. Она что сделала такое, что я ее добавить не могу? Ну ладно. Ну на тумбу я запрыгну. Там тумбы разные. Есть сначала тоже, естественно, я на нее не сразу стала прыгать. Сначала прыгаешь на маленькую 20 сантиметров. Потом прыгаешь выше, выше, выше. Это все много лет тренировок. Это не то, что я такая молодец, вот я такое умею. Нет. Я очень много тренировалась. Я ходила в спортзал 8 лет, я бегала. Мне нравится заниматься спортом. Я бы даже не работала, а занималась бы спортом. За билеты еще ничего не заказывали. А если закажу, я ничего не буду говорить. Спасибо. Спасибо за сердечко. Ракушки жду от вас. Ракушки, ракушки. 257 человек смотрят. Вы что, обалдели? Ничего не донатите. Свиньи. Мне голова болит. Выпила таблетку, падала, все равно болит. Ну, зараза, а ну что за голова дурная? Ну, не... Так хочется иногда с девчатами выпить пивка немножко. Ну, зараза, ну болит и все. И похмелье такое, нос заложенный. Иначе, понимаете, я пила всю ночь, самогонку бухала, понимаете? Спасибо. Спасибо. Бег помогает. Ничего не помогает. Никакие подтянутые ножки. Подтянутые ножки помогают делать только закрыть рот на замок. Вот вам то помогает. Когда включаешь мозг и находишься вредно. Но это не разлюбить, это просто держать себя в норме, что делаю я. Если мне сейчас скажут, Алла, ты можешь есть все, что хочешь, но ты не будешь толстеть, я буду, знаешь, сколько есть. Я сразу пойду банку сгущенки, куплю банку нутеллы и без хлеба сожру. Одну ложку сгущенки, одну нутеллы. Кукурузные палочки, тульские пряники с молоком. Прям литр. Я могу выпить литр молока жирного с тульскими 2 пряниками. Я никогда это не разлюблю. Я просто держу себя в руках. Я просто держу себя в руках. Я могу сожрать медовик. Вот Алла мне подарила на день рождения, испекла медовик большой. Я его съела за 2 дня. Ну, как был мой день рождения. Я, ну, как вам сказать, у меня хороший аппетит. Но это не значит, что я, если я его не ем, это я разлюбила. Я не разлюбила. Просто держу себя в руках. Я люблю молоко, но я не пила молоко много лет. Молоко это лактоза и сахар. От него поправляешься. Я покупаю овсяное молоко. Могу показать, какое вкусное. И то я пью в пачку в неделю. И овсяное, потому что оно тоже калорийное. Тоже очень сладко, да. Это углеводная зависимость. Она навсегда. Люди, которые говорят, что нельзя разлюбить.
Это как алкоголик, он никогда даже бросит пить, он никогда водку, он не перестанет быть алкоголиком и никогда он не разлюбит водку. Он просто держит себя в руках. Так же и от сладкого. Просто держите себя в руках. И при любом, и можете знать, что вы можете сорваться в любой день. Что с водкой, что с тортиками, что с сладким. Вы можете вообще сорваться в любой день. Я могу вообще бисквитный торт съесть за один раз. У меня за лыжник лицо водка. Но, к сожалению, я люблю себя больше. Тот, кто жиреет, у многих вот эти вот жирные, которые вообще 150 килограмм, они себя не любят. Ну, тот, кто сильно жирнеет, он себя не любит. Я люблю себя больше. Я хочу прожить дольше. Я хочу вести активную жизнь. Я больше люблю себя, чем мою зависимость, понимаете? Я соленое не люблю. Мне пачка соли на 2 года. Я вообще ничего не солю. Ни макароны. Я не люблю соленья. Я не люблю соленые огурцы. Ничего не люблю вообще. Конечно, из-за молока. Я тоже не могла долго похудеть из-за молока. Молоко – это молочный сахар, это чистый сахар, лактоза. От него вы поправляетесь. Но не поправляюсь. Водку и сладкое нельзя сравнивать. Можно. Почему нельзя? И то убивает. Если не контролировать. Посмотрите на жирных людей, которые 180 килограмм, 200, 300 килограмм. Они же от углеводов быстрых поправляются. Это тоже больные люди с зависимостью. Почему нельзя сравнивать? Это алкоголь и переедание, вот такое как жирное. Не все же допиваются, чтобы валяться. И не все дожираются до 500 килограмм, понимаете? Алкоголь и переедание сладким, алкоголизм и переедание сладким, одни и те же рецепторы в мозгу задевают. Одна и та же зависимость. Это одно и то же. Человек не может справиться со своими зависимостями. Спасибо за ракушку. Тортеньеры, ну их тоже нельзя. Ну, фрукты я тоже стараюсь не есть, я ягоды. Клубнику, малину, чернику. Рыбу соленую ты любишь. Соленую я так малосольную делаю. Люблю, соленую люблю. Как я говорю? Да, репетитор есть. Финики и фрукты нет. В финиках и фруктах то же самое количество калорий, как и в пирожках. Почему вы решили, что они не так вредны? Они не так вредны диабетику. Для диабета – да. Диабет, сахарный диабет, поджелудочная железа не расщепляет сахарозу на глюкозу и сахар не расщепляет на глюкозу и сахарозу. Поэтому фрукты и финики – это уже сахароза. Ну, а сахар – это глюкоза и сахароза. И поджелудочная железа не расщепляет глюкозу и сахарозу. Но в сахарозе также калорий, как и в сахаре. То есть в сахаре глюкоза и сахароза – это сахар, а сахароза отдельно, но там также калорий. Абсолютно. Фрукты полезны. Вот это фруктоза – полезный сахар. Фруктоза – это тоже, ну как, в нем столько же калорий, как и в сахаре, в сахарозе. Это разновидность сахара. Она полезна, эта фруктоза, она тоже ее поджелудочная не расщепляет на глюкозу. Не в сахаре, чем он есть, там есть глюкоза, а в фруктозе нет глюкозы, и в сахарозе нет глюкозы. Ну, как вам это? Поэтому вот сахар, ну, чем сахарный диабет, что не может расщепить поджелудочную глюкозу. Но если у вас здоровый организм, у вас поджелудочная, это все хорошо расщепляет, я не вижу смысла. Ну, вообще, там же столько же калорий, столько же калорий. Посмотрите, в фруктозе, ну, может, там на 10% меньше, но этой роли не играет. И в фруктозе, и сахарозе.
Сахар сейчас везде пихают. Но у вас есть глаза, чтобы почитать этикетку, где есть сахар, где нету. Я ем вот этот йогурт, он с сахаром. Но я редко покупаю. И, честно говоря, одну банку я ем, тут 750 грамм по 100 грамм на неделю растягиваю. Хотя не надо его есть. Но я не люблю йогурт без сахара. Он такой кислый. Не люблю. От зажоров и срывов. Вы тем самым, что вы едите фрукты и финики, вы себе еще больше делаете жира. Лучше вы съешьте миску борща или макарон, тарелку, или картошку запеките и наедитесь, чем вы съедите два финика. Вот чай сладкого не будете. Ну, потому что у вас зависимость, как у алкоголика. Пока не вы. Это все можно пересилить. А чего же у вас столько лишнего веса, если это ограниченное питание? Ну, оно у меня ограниченное питание не всегда. Не всегда. Я просто... У меня было еще больше лишнего веса. Не... Столько лишнего веса. Сколько? У меня лишнего веса всего лишь 3 килограмма. По ИМТ. Не по нормам каких-то там модельеров или по нормам какого-то мужика, что женщина должна 50 килограмм весить, а по здоровью. Когда я проходила медосмотр, у меня в карточке всегда написано вес в норме, в пределах ИМТ. В доктор это так пишут. Потому что ИМТ высчитывается. По ИМТ у меня всего лишь 3 килограмма лишнего веса. Да, я их уберу. У меня когда-то было 105 лишних килограмм. Вот я похудела со 105 до 70. И у меня не всегда ограниченное питание. Зимой я ела все, что хотела, потолстела на 5 килограмм. Сейчас у меня 82 килограмма и 1,70 м рост примерно. 1,69 м, 1,71 м. Не знаю, когда кто как меряет. Где померяют 1,70 м, где я думаю, что 1,69 м. Ну, короче, 1,7 м. Столько лишнего веса, прям написали столько, как будто у меня 150 килограмм. Опять же, не надо там думать, что идеал лишнего веса это какие-то там по телевизору вы смотрите моделей. Не, ну по ИМТ у меня есть лишний вес. Ну не так, как написала эта девушка. Столько лишнего веса. Сколько? Мне 44 года. Когда ИМТ считают, учитывается вес. Ой, рост. Фу, возраст. Да, я со 105 килограмм похудела, была толстая. Да, если вас трусит, значит ваша поджелудочная привыкла, что вы жрете много сахара. Но это можно все сделать за 3 дня. Просто усилием воли. Шо 10 килограмм? Не 10, а 3. Во-первых, там все учитывается. Вот мезоморф, метаморф, эндоморф. У меня крупная кость еще. Это все проверяется вот так. Вот человека можно... Я не могу сомкнуть. Вот здесь. У кого узкая кость, хоть это все, конечно, тоже. Но у меня грудь весит 3 килограмма только. У меня грудь 5 размера. Это все тоже учитывается. Если у тебя нету сисек, у тебя ничего не весит. Конечно, ты меньше будешь весить. Я просто знаю, как это все делается. Да, у меня есть немножко лишний вес. Но то, что я как похудела со 105... До 7. Она сегодня прям... Что, может все время вести про похудение? Ой. Прям сегодня... Донатим, донатим, девочки. Сейчас чайку попью и буду отключаться.
Гляньте, 22 ракушки только подарили. Это ужас. Галина, я говорю, привет, Галюсик. Сейчас похудела на 2,5 килограмма. Я хочу вообще похудеть, попробовать до 70. Я хочу посмотреть. Не до 80, а до 70. Я потом уже набрала. Это мне было 36 лет. Сейчас мне 44. Я уже опять набрала. Больная тема летом, похудение. Ну вот, девочки, я вам просто говорю, что не надо себя травить интервальными голоданиями, дюканом. Я это все пробовала, это все не действует. И не действует, если вы голодаете. Абсолютно. Вы опять будете срываться и наедать. Вам нужно сократить свой рацион на 30%. Считать калории. Только это. Когда вы будете считать калории, контролировать, что вы жрете, вы уже через месяц, вам самим не захочется это есть. Ну, как бы вы привыкнете, будете, ага, это столько калорий, я это не буду есть. Как у тебя? Вы уже подумаете, нет, я не буду это есть, это много калорий, не-не-не. Особенно, если вы занимаетесь спортом, вот я знаю, 10 километров, это 600 килокалорий. И вы просто не потянете это в рот. Эти конфеты. Вы подумаете, бля, я 10 километров пробежала, и сейчас 3 конфеты съем, и это все равно 3 конфеты, удовольствие. И то, как я мучилась, бежала эти 10 километров. Делаем репост моему видео. Я сейчас покажу. Кажут, столько лишнего веса. Я сейчас покажу себя. Далеко. Что столько лишнего веса, сколько. Ну, не знаю, толстая или не. Может, кто-то меня первый раз видит. Ну, вот немножко есть, конечно. Ну, вот. Вот я. Вот я была. Вот здесь я 100 килограмм, по-моему, вешу. Видите, какая у меня ряха? Это я с Малой Святогорской. Дивіться. Ну, я не могу не позавтракать. Я все, у меня самый большой и самая большая еда – это завтрак. Из 3 блюд, и особенно если выходной. Я покушаю, и я сытая. Потому что если я не поем, я голодная, я начинаю хватать. И еще совет, если вы идете куда-то, например, знаете, что в торговый центр там с детьми идете, что там дети будут или вы захотите там что-то поесть, бургер какой-то прихватить. Наедайтесь перед этим. Дома хорошо поешьте, плотно, правильной еды. Ну там за покупками, когда едете. Дома хорошо покушайте, возьмите с собой яблоко, и чтоб вы не ели там. Ряха. Ну да. У меня мышечная масса, девочки. Я же спортом занималась много лет. У меня очень большая мышечная масса. Я занималась тяжелой, поэтому у меня не сильная оно и видно. Спасибо. Не, немножко еще похудею. Спасибо. Что за шум? За похудение, Галя. 2,5 килограмма. Спасибо. Лайкаем трансляцию, дарим донаты, ракушки. Подписываемся на мой ютубчик. Не жалеем. 250 человек, я туда загружаю трансляцию. Вот эту трансляцию можно, я тут не матюкаюсь, можно полностью загрузить, даже не это, на YouTube. Я сегодня сейчас ее проведу, если меня никто не выведет, я ее прям полностью туда загружу, еще раз посмотрите, окей? Подписывайтесь.
Так что так. Да я подсела тоже на вот эти йогурты, они с сахаром. Но тут 175 калорий, 100 грамм. Он не сильно сладкий, знаете, прям есть прям солодючий. Это такой немножко подслащенный. Но они не такие, что силы нет. Хотя лучше я куплю такое мороженое, как Алла. Мы с Аллой это, Алла мне дала мороженое. Лучше я куплю. Там 100 калорий в одном мороженке только. Спасибо, вы классно. Дякую, спасибо. Привет, с праздником всем. Я вела ТикТок давно. Я жила же в России перед войной, потом уехала. Я занималась зимним плаванием, моржеванием. И у нас был совместный ТикТок. У меня тоже там было много подписчиков. Я уже сюда пришла, у меня было 40 тысяч подписчиков. Я вела трансляции. Ну, а потом, когда я все пришла сюда, в Канаду, я сейчас уже немножко остыла, а поначалу я, ну, злая была очень, что я все удалила, обнулила полностью ТикТок. Там некоторые осталось, штук 10. Котов оставила давнишних, ну, там мало лайкали. То у меня уже стали их лайкать, когда я уже популярная стала тут. Уже люди стали заходить и лайкать там внизу котов. Котов там якусь херню 4 года назад. И я тут стала, ну, я уже рассказывала, что мне было очень одиноко в Канаде, и я решила рассказывать о своей жизни. И я рассказала первое видео. Сначала я загружала видео, знаете, какие. То я бегала в Канаде, ну, как я продолжала спортом. Никто, короче, мне тут ничего, никто не лайкал. 100 просмотров, 200 просмотров, можете там посмотреть ниже. Думаю, ну, все. Такой с меня тиктокер, думаю, то было интересно людям, что я моржеванием занималась, оно как-то интересно я была. А сейчас думаю, в Канаде как новую, это было год назад. Загружала даже некоторые видео такие, что потом, ну, потом удаляла. Ну, смотрю, они вообще мало просмотров. И я в один прекрасный день взяла и рассказала, где я живу в Канаде на камеру, что я делаю. Как я попала, оно у меня есть, я там в оранжевой футболке, можете, и у меня сразу оно набрало 10 тысяч просмотров. Я подумала, о-о, значит, буду это. И так стала вести. Трансляции я стала вести где-то в октябре, в ноябре. У меня сначала было 3 зрителя. 3 зрителя смотрят меня, и то, знаете, посмотрят и отключатся. Но я все равно вела. Я вот открою и расскажу. Потом на следующий раз 10, потом 20, потом стала подписываться. Меня, я показала документы, я ж не знала в ТикТоке, что документы. Меня заблокировали на неделю. Я не могла новые видео загружать. А стримы могла вести. И я такая включила стрим, мне скучно было. 3 человека на следующие 10, а потом смотрю, стали подписываться. Потом 20, 30, потом, меня помню, 30 человек смотрят. Я такая рада, я, ты шо, 30 человек смотрят меня. Ну, а сейчас иногда и 500 смотрят. Я что-то делаю на Ютубе, тебя слушаю, не всегда пишу, сама понимаю, дела драма. Спасибо, смотрите меня на Ютубе. Ты сьогодні в Дом Горо. А що таке Дом Горо? Добрий вечір. Видіть клубнику, мені вона пахне. Та вона не дуже пахне, не дуже вкусна. Вона вкусніше. Привіт. Ну, а що робити? Другого нету. А я люблю. Коли збиралась їхати до Канади, дивилась, тебе було страшно, ти надихалась. Дякую. Я очень, мені дуже подобаються такі от месенджери, коли мені таке пишуть. Дуже. Я так рада, а то завжди пишуть, що ти така, ти там позориш Україну. Оце почитайте коментарі. Ну, це ужас. Це ужасно. Таким не місце, не кажи, що ти українка, сепарка. Оце починають писати. А коли мені пишуть такі оце
Мені дуже багато пишуть і в лічку. Ми за тебе поїхали в Канаду. Ти нас надихнула. Мені, знаєте, аж серце колотиться від щастя. Думаю, Боже, я людей надихнула. Можна тут собирати самим клубнику, які-то тут є поля, а можна самим дешевле. Ну, я ще в январі сюди переїхала, чи в февралі. Чи в февралі, чи в январі. Не помню. В феврале, по-моему. Да. То ж я в бейсменте жила. Но я там недолго жила. Я там 2 месяца всего прожила в бейсменте. То ж Ричард мне... So beautiful. Thank you. Thank you. Лайкаем трансляцию. Дарим ракушки. За мои советы. Спрашивайте, я отвечу. Сегодня у меня нету вроде таких неадекватных тетечек. Но я всех побанила. О, 100 сердечек у меня. О, класс. Таня активка присоединилась и отключилась. Блин. А я ее нечаянно убрала. Обидится еще. Вчера у меня была хорошая собеседница, девушка Яна. Видели? С Ванкувера, такая красуня. Привет, привет. Хотела, мой сын тоже открыл канадскую визу, будет ехать в город Калгари. Удачной дороги. Спасибо, спасибо за ракушки. Барабок, бараболка, бараболька. Дякую. Да, ну, и мне понравилась. Такая хорошая девушка вообще. Вот есть хорошие люди, да? Вообще. Смотришь, она такая позитивная, такая приятная, открытая. Подписывайтесь на нее. Только я не знаю, как она называется. Надо, чтобы она это откликнулась. Яна, может, она смотрит? Подписалась на нее. Малочка, лайка всегда, ты моя землячка. Спасибо. А вы откуда? Привет, Норвегия. Привет, Юля. А вы откуда, землячка? Откуда именно? А есть тут кто-нибудь из моей Белореченки, или с Белая, или с Лутугина? Есть кто-нибудь с моей родины? Я родилась в селище Біле, в Луганской области. Я с Луганска. О, а Луганск еще напишите, кто с Луганска. Мне интересно. Я знаю, что меня смотрят с моего поселка, никто не пишет ничего. Я не знаю, как эту Яну найти, честно. Она потерялась, у меня аж очень много это. Мария. О, Мария из Луганска. Привет. Привет, Луганск. Я по Луганску, честно говоря, не скучаю, но по людям скучаю. Интересно, если бы я шла в Луганске, мы не познали, как вы думаете, девочки? Я если приеду в Луганск, узнают меня чи не? Я думаю, вряд ли. Лисичанск, привет. Привет, Луганск, привет. Как вы думаете, мы не узнали? Хейтеры с поселка. Ага, еще как. Вчера там тоже писали. Конечно, думаю, знают. Я золотого. Да, ничего себе звезда. Мамку мою узнают. Каже, Ольга Викторовна, мы твою Аллу смотрим. Дивимся. Думаю, да. Значит, надо приехать очки. На поселке точно узнаю. Ну, на поселке меня и так знают. А с Луганской... А мама, вы уже приняли внутреннее? Да, приняла. Я морально приняла внутреннее решение остаться тут, еще когда летела в самолете в Канаду. Я не вернусь в Россию и не вернусь в Украину. Что это видео здесь, в Казахстане? Она якась... Ну, она якась трошки, да, больненька. Мама, а, мама каже сегодня. А что это за девчина с Казахстана? Я кажу, мама, ну то просто она ж не дивиться в эфиры. Я їй сказала, мама, не дивись, я там матюкаюся. Ага, а я кажу, мам, ну то просто вона батл ми вела. А що це таке? Я кажу, ой, ну зараз я буду мамі об'яснювати, що таке батл. Ага, вона каже, а що вона до тебе пристала? Мама. Каже, а що вона пристала? Ой, боже. Вона щось в холодильнику завонялась. Девочки, это ужас. Що завонялась, я не знаю. Гад. Воняє в морозилці до ужаса.
Надо достать все и выкинуть. Повыкидывать. Помыть. Так пересмотрела. Вроде ничего такого вонючего не должно. Открываешь, прям я кто сдох, честно. Сейчас лед приложу, а то уже опять воняет. Ой, вонь, господи. Ой, блядь, воняет. Это ужас. Так что тут такого? Ничего такого нету. Розмарин упал. Ёб твою. Сейчас чай третий раз уже нагреваю. Смотрите, что тут может говорить? Мавареник, творог, Алла, что ты, я смотрю, Алла, есть или нет, что ты давала? Овощи, ничего вообще не должно. Я купила вчера креветки, а Олька сказала, что они сильно воняют, не ешь. $4 уцененные, но ему же они... Но я решила с них сварить суп из брокколи. Я варю брокколи, их потом блендером разыто, и туда креветки. Вкусно, я такой люблю суп. Суп-пюре из брокколи. Специальная сода для холодильника. Да у меня есть, он она стоит. Все равно воняло. У меня стоит. Я ж тут не знаю, звезда я чи не звезда. Меня в Канаде мало кто знает. Не, конечно, я захожу в украинские магазины, меня все машут. Я зашла вот недавно в украинский магазин, она, продавец, выходит и говорит, что вы решила, что ты решила, наше сельпо посидеть и смеется. Я что-то написала это. А я говорю, ну то ж я вам рекламу зробила. Она, ну правильно. Если я иду в места, где наши, конечно, меня узнают. А там, а канадцы нет. Поэтому я хожу свободно тут по улице. Меня никто не знает. Покупаю себе вот такие еще помидорки. Добрые. Боже, гля, срач какой. Это ж я завтракала. Это ужас. Еще людям показываю. У меня сегодня дела. Мы сегодня пойдем с Яной в бассейн. Алла, ты смотришь меня, чи не? Помидоры тоже сахар. Да, помидоры тоже сахар. Ну, я ем немножко. 5-6 штук в день. Маленьких. Я ж не говорю, что я совсем не ем сахар. Я ем, я ж говорю, йогурт купила. Просто колораж. Соблюдать и все. Одним глазом убираю. Мы поедем с Яной в бассейн сегодня. Не хочешь с нами поехать? Заехать за тобой? Я пойду в спортзал еще, а она с Давидом в бассейн. Вот тут аквапарк. Не хочешь съездить? Молодец, убираешься. Я уже полтора месяца не убиралась. Нет, у меня не утро, у меня 2 часа дня. У меня была Злутугина Татьяна Черкасова. Ее мама в клубе была чи-директором. Не, я дома сегодня буду. Ну, будь. К чаю? Сейчас скажу. Я купила вчера тоже тут по акции, ну, на 30% дешевле, камамбер. Камамберт. Сыр я люблю. С плесенью. Вот он. Обожаю сыр с плесенью белой. Голубой не люблю. Как его забыла, называют брю. Не люблю его. Ну, могу съесть, не тоже прям ненавижу. Могу съесть один кусочек, не больше. Ну, а вот этот могу есть вообще. Он без плесени, он же мягкий. Как это без плесени? Вот сверху белая плесень. Ну что? Я обычные сыры терпеть не могу. Ну, вот эти российские там вообще. Вот он.
мягкий, а сверху белая плесень, видите? Вот заменяйте, если хотите похудать, всякими такими продуктами. Сыр с белой плесенью. Вкусно, Галя. Знаешь, с чем? С медом я ем. Немножечко медку. Очень вкусно. А с голубой пробовала? Может, тебе с голубой понравится? Кому-то нравится с голубой. Мне не очень. Ну, не то, что я ненавижу, но много я его не съем. 1-2 кусочка. Вот я порезала его. Нет, сыр не может вонять в холодильнике. Сыр был запакованный, и у него специфический запах. Не такой. Скорее всего, завонялись те креветки. Вкусно, да, очень. Еще есть брю. Сыр я люблю. Вот этот камамбер и брю. Но у меня тоже, знаете, в охоточку. У меня бывает, что не хочу его очень долго. Вот я наем, у меня бывает все такое, я чего-то наимся, потом все, не хочу долго. Год, наверное. Вот у меня так было с этим сыром. Я его наелась, год ела, а потом перестала есть. Вот, я вот так медиком поливаю. Не, ну я не присем. Я не присяду, це я съем сейчас. И все. Мне 44. С медом бомба. Угу. Груши у меня нету. Да, это фридом, свобода. В Луганске сделала лет 8 назад. Девочка Лиля, на какой улице, не помню. Но я знаю, где ее офис. Но она очень здорово делает татушки. Сколько часов в неделю? От 30 до 40. Дуже круглого в платьице. Спасибо. Хорошо, попробую с грушей. С медом вкусно. Вот так мочаю. Глаз закрытый. Як це глаз закрытый? А, закрывай, как глаз закрывать. Я не знаю, мне сверхурочные никогда не платили. У меня босс не допускает, чтобы не платить. Я ничего не могу сказать. А, ложка бабушка. Точно. Ну смотри, у меня там выходит зарплата маленькая, от 2000 до 2500. В основном 2300. Хватаю, у меня же еще есть две подработки, на которых я в месяц где-то долларов 400 зарабатываю. Плюс у меня ТикТок и Ютуб. Тоже где-то долларов по 300 пока. Ну, где-то у меня, ну, если вы только на работе чисто на одной, вот как у меня, но у меня 2300 где-то выходит. Вот смотрите, 1000 квартира, 1000 долларов у меня квартира.
Где-то $500 машина со страховкой, с бензином. Это не считая то, что иногда на ремонт надо на нее. Интернет $80 в телефоне, $80 дома, уже 160. Свет около $50. Вот, ну у вас тогда остается вам на все про все $700-$600 ваши. Ты ж про ложку понял. Ну так. Вот я уже и наелась, я его за богато нарезала. Мне три кусочка маленьких достаточно, четвертый уже мне лишний. На эти деньги реально одной прожить или там все равно нужна подработка? Реально. Мне не хватает денег, потому что я плачу ипотеку. Вот эти вот $600 у меня остаются в остатке, у меня 400 уходит за ипотеку и за квартиру в России. Поэтому у меня не хватает. Если бы у меня не ипотека, мне бы хватало вот так и на одежду. $600 на жратву и кое-что с одежды купить и там. Я в клининговой компании. Чай такой на. Я люблю крепкий чай вообще. Я не люблю. Я приду к Яне. Я ей все стесняюсь сказать всегда. Сейчас руки помою в меду. Она чай делает, знаете, как ослиная моча, чуть-чуть закрашенный и не горячий. Я люблю, чтобы был горячущий и крепкий, и сахар еще возьму, мне туда насыпаю. Яна, я такой не пью чай. Какой сыр с чаем, чего не съешь. Ну да, с чаем много не съешь. Три куска и все, четвертый. За ипотеку еще платить 14 лет. Дуся приедет, посмотрит, когда получит уже тут пиар, получим, когда она решит тут остаться, я ее, конечно, продам, потому что я в Россию возвращаться уже не буду. Ну, может, мама захочет жить, я не знаю. Если мама захочет там жить, я тогда не продам. Мужу, спасибо. Какого ж ты хуй тогда не в России? Ну, знаете, я ж не крепостная крестьянка. Я еще раз объясняю. Человек такое существо, он где хочет, там и живет. Я захотела жить в Канаде, поэтому я не в России. Вас устроит такой ответ? Или те, кто в России, должен жить только в России, а те, кто в Украине, должны жить. Я ж не ты. Ну, ты живешь тільки в Україні, то що ти думаєш, що боїшся куди-то поїхати, а я не боюсь. Провінція Альберта. Я завтра захочу в Австралію, поїду в Австралію. Захочу в США, поїду в США. Тому що, тим більше, у мене вже тепер англійський є. Как у того там джентльмен удачи. Английский я знаю. Как дела? Все хорошо. Так, девочки, ракушки дарим, ракушки. Не ленимся, не жалеем. Это тоже квартира в России, дом в Украине, живу 19 лет в Канаде. Ну вот. Такие, ну это люди, у которых ничего нету, понимаете? Они думают, такие интереснее. Ну так что мне теперь ее подарить? Это единственная инвестиция, что у меня есть в жизни. Больше у меня ничего нету. Я же ее не буду дарить России. Ну к чему я буду ее дарить? Я продала квартиру в Луганске, чтобы взять эту ипотеку. На курсы я вообще не ходила. Любители русского мира держать в пределах России. Ну в твоей голове, да. Я вообще не любитель русского мира. Абсолютно. И не все люди в России любители вот этого всего. Да, можно продать вместе с ипотекой. Можно.
Сейчас она уже 3 миллиона стоит. Я ее покупала за 1 800 000, а сейчас уже 3. Так что нормально. В твоей голове, да, держать только в России. А вообще человек даже и в России, если он захочет уехать, он уедет. Так же, как и в Украине. Все деньги решают. Для чего брали изначально? Я хотела там жить. Россия — это не Путин, так же, как Украина — это не поют именно. Я знаю, в России очень много хороших людей, но они ничего не могут сделать. Причем тут это? Где я свалю английский? Ну, во-первых, я работаю на канадскую фирму, и там у меня только канадцы, репетитор. Сейчас я закончу трансляцию и начну учить английский тщательно. Очень много часов, потому что мне надо очень много что выучить. Классная чашка. Это я новый год подарок. Да, подходит. Репетитор стоит $20 в час. Молодец, что не побоишь чистого листа. Да. Я все время хотела уехать в Канаду или в США, но у меня не было возможности. Когда эта возможность открылась, я не вагалась на одну секунду. Заполнила на визу и сразу уехала. Получила визу, и через 5 дней я уже купила билет. А через еще 5 дней уже улетела. Я жду, когда Крым наш вернут, и я заселюсь в дом подруги из Москвы, и она купила. Ну, я вам хочу сказать, даже если, как вы заселитесь в ваш дом, ну, вы должны его купить. Даже если ваша подруга из России его купила, как вы в него засели? Вы решили забрать ее собственность? Вот эти все перипетии, никто ни у кого собственность не заберет. Если ваша подруга там заселилась, значит, она его купила. Вы что думаете, закон не работает нигде? И как вы заселитесь, если это не ваше? Даже если туда придет Украина, и люди, то, что там купили недвижимость, это людей недвижимость. Никто у них ее не заберет. Ни одна европейская, я не знаю, вот это ООН или что там, которое, оно это не позволит сделать, если Украина хочет быть законопослушным государством. Человек, который купил это будет его. Да, он может быть гражданин другой страны, но это его. И поэтому вы туда никак не вселитесь, если она вас купила. Галина, вы плохо очень читали Ноки. Там есть и моя специальность. Вы просто по верхам листнули, что там супервайзер. Полистайте еще, наберите. Я все узнавала. Я знаю, я тоже сначала была там, это супервайзер. Эта профессия просто называется немножко по-другому. Worker наберите. Там worker, cleaner, worker, там construction. Она забрала нашу собственность, которую отняли. Ну, ты же сказала, что она купила ее. Вы же сказали, что она ее купила. Как может человек забрать собственность? Ну, забрать, если человек это купил. Как она у вас ее заберет? Никто не может въехать в чужую собственность. Как она может въехать и забрать? Вот у вас сейчас такой следующий. У меня статус сейчас у меня work permit, рабочий, просто рабочая виза. Следующий статус — нужно год отработать на какой-нибудь предприятии по full-time год и тогда получить пиар. Сейчас у меня просто рабочая виза, и тут никто. У меня особо нету. Не, ну права у меня есть, но у меня никакой помощи. Когда будет уже вид на жительство, это совсем другой статус будет. Мало, не сутультесь.
Я решила не посылать на три буквы, но вас пошлю. Идите на три буквы. Сутулиться мне, чи не сутулиться, я буду сама решать. Не нравится, и не смотри. Начинают выводить. Дебилоиды. Так я же вам сказала, дают, когда год отработаешь по рабочей визе. Ну что, не слушай-то. Рабочим. Не, ну если у вас есть язык, работайте кем угодно. Не, вряд ли я пойду в Америку. Я уже что-то, думаю, останусь в Канаде. Ну, я уже стара. Меня что-то. Не знаю. Как жизнь сложится? Может, я замуж выйду. Может, ты на моя в Америку уедет, и я с ней вместе. Я не знаю. Расскажите историю извинности. Так у меня такие вопросы ставят в ступор. А у меня кумирное нервничание. За американца без языка. Чего у меня нет его? Язык есть. И все остальное при мне. Не только язык. Как вы относитесь, если муж родной? Это будет прекрасно. Я быстрее выучу английский. Как вы относитесь к тому, что муж говорит? Я вообще, мне все равно. Если хороший человек, хоть он вообще глухонемой. Знаете, что я хочу? Я картошку поставила запекать с розмарином. Я хочу сейчас пожарить сало и туда добавить сало. Ну что, я купила в китайском магазине то сало, мне нужно треба есть. Да-да, я вам хочу сказать, от жареного сала вообще не поправляйтесь, девочки. Если без хлеба, можете есть сколько хотите. Так, где мои сковородочки? Сковородочки мои. Ладно, пожарю на утей. Если девушка, когда папа и мама говорят на разных языках, а говорит, это ребенок. Боже, вы откуда? Ребенок говорит так, где он вырос. Даже если папа и мама русские, а ребенок ходит в школу, в какой стране он вырос, где его школа, друзья, окружение, на таком языке это его язык ребенка. До школы он говорит на языке, на котором говорят дома. Если на двух говорят, вы такие чудные, вы вообще откуда? А после школы, какую школу пошел ребенок, это и будет его родной язык. Нет, папа англоязычный, мама это. Я вам еще раз говорю, смотря в какой стране живет ребенок. Если в Канаде, конечно, он будет англоязычный. Но он будет знать русский чи украинский. Если мать... Ну... Боже, такие вы вопросы люди задают. На каком языке с ним разговаривают, на таком ребенок и будет говорить. Я знаю такую семью, она русская, он канадец. Он и сказал, не разговариваю с ними по-русски. И все, дети вообще не знают язык. Ну, всякое, как мать говорит, так и дети будут говорить. Такие чудные вопросы вообще. Не, ну такие чудные вопросы задают. Интересно, на каком языке будет? На китайском. На каком с ним говорят, на таком он будет. На двух будет на двух. На одном, на одном. Вы сходу гарно говорите, дякую. Сейчас сальце пожарю.
Да что я грубиянка? Ну такие простые вопросы люди как бы не могут сами додуматься. Что я грубиянка? Я не грубиянка. Они тоже из Канады или нет, знаете? Чё я не знаю? Знаю, он из США, из города Вашингтона. Як це я не знаю? Все я знаю. Так. Ракушки дарим, друзья. Так, смотрела меня сегодня 5-6 тысяч человек. Подарили 28 раковин. Вы что? А зачем он будет меня звать к себе? Алла, ты как-то говорила про крем для рук. Купила. Мне Влад выслал. Фантастика. Зачем Влад меня будет звать к себе? Ну, зачем? Вы что думаете, что если люди что-то дарят, это обязательно надо жениться? Или я хочу замуж? У вас какие-то фантазии? Человек может быть не свободен. Человек может быть не той ориентации. Человек просто хочет мне помочь. Ну, не той ориентации, а другой. Не той ориентации, как я. Такие интереснее вообще. Чего он меня будет звать к себе? Нет, в Россию я не хочу. Ни в Украину, ни в Россию. У меня 2 часа дня. Если человек дарит подарки, если хорошо относится, что обязательно надо замуж за него выходить. Не, ну друг звал. И что, ну как он? Если бы он меня звал, я бы поехала. Ну, если бы у нас была любовь. Не пригласить. Хай, Гитлер! Ну, не горит. Нет, у меня было так. Мы с таким не будем открывать. Хай, Гитлер! Вот так приглашают? Чего ты не скажешь, Слан? А что, надо сказать так? Ну, я решила не матюкаться. Вам надо, чтобы я матюкалась, чи нет? Напишите мне, я ж не знаю вашу обратную связь. Ну, я решила, я думаю об этом. Я думаю, у меня все-таки хороших зрителей больше, чем плохих. Я просто не буду обращать внимания, и все. Как мне пишут. О, не. Хорошо, не буду. Я буду слушать своих зрителей. Я ж читаю комментарии. Я читаю все комментарии. Я умная женщина. Я могу сделать анализ в голове, анализ, вывод. Понимаете? Чтобы было лучше мне. Да, нас хорошо выше. Матюкайся! Ёб твою мать! Да, наша хорошо выше. Вот мне на дебушу уже подарки дарила, гроши давал. Но у меня пока только один Влад. Не, у меня еще был один мужчина, который мне дарил подарки и гроши, но я его бросила. Уехала в Канаду. Мне матюкается, вот это интересно. Нет, видите, раздвоились. Так что, матюкаться чи не? Ёб твою мать. Да вы, блин, тоже мне. Вот как мне теперь кого слушать? Нет, нет. Но нет больше. Хорошо, значит, не буду. Но иногда можно. Если совсем уж там такие какие-то. Боже, сальце. Жарится сальце. Сейчас мы его перевернем. Ой, трошки пригорело. Знаете, что я картошку поставила печь, а посолить забыла я ее.
сало не посолила. Ну ладно, сейчас посмотрим. Цибули нету, забыла купить цибульку. Картошка запекается, я в цибульку нет. Если надо, говорит. Я бы тебе кучу подал, но с твоей родины банки не дружат. У меня, а какая у вас родина? Скажите. Напишите мне. У меня есть карточки любых стран. У меня есть российская карта. У меня есть PayPal. PayPal, по-моему, можно все скинуть. Я вытяжку включила, но у вас тогда не будет слышно меня. Если вы с России, у меня есть и российская карта. Я ипотеку с нее плачу. Понятно? Я тут, да, нельзя купить российское ничего, но я тут нашла одну девочку, у которой есть российские рубли. Я ей даю доллар, она мне рубли. Так что, если кто хочет мне с России задонатить на ипотеку, можете тоже задонатить. Я вам напишу номер карты. Мне донатили уже раза два. Слышно, выключайте. Спасибо. Так, дарим ракушки. О, аккумулятор седая. Так, зараз мне треба. Ой, сальце як запахло. Но я не хочу їсти, я наїла. Я ем сейчас, знаете, что два раза в день. Не потому что, надеюсь, я больше не хочу. В выходной я допоздна сплю, наедаюсь. И до вечера не хочу. И потом вечером наедаюсь, а на ночь я уже не ем. Ну, в общем, так вот. Симку, да, получила, спасибо. Сколько можно заработать месяц ТикТока? Я зарабатываю только моими зрителями и моими донатами. ТикТок ничего не платит. Ни одной копейки, ни одного центика. Сколько люди тебе задонатят, как ты будешь вести хорошо ТикТок. Интересный. Жарко у нас, да. ТикТок ничего не платит. Абсолютно. А то, сколько я зарабатываю от своих зрителей, потому что мне донатят, потому что я, ну, нравлюсь им. Спасибо большое. Бывает и $100 в день, а бывает 50 центов в день. Когда как. Алла, не приходит СМС. Что не приходит СМС? Так же можно... Ну, конечно, я вывожу. Я вывожу, конечно, если на карту вывожу потом. Вот эти донаты, что вы мне дарите, ракушки, я вывожу деньги на карту. Платит ипотеку России. Какие налоги? Какие налоги с ипотеки? Ну, так а что мне теперь ее? Подарить России? Прям убивают с моей ипотеки украинцы. Я уже большую часть процента выплатила. Я теперь плачу за квартиру банку. Такие интересные люди. Я бедная женщина. Что мне теперь? Квартиру подарить России сейчас. Какие налоги я плачу? Чтобы не платить налоги, я оттуда уехала год назад. Бросив хорошую работу, которую тебе даже не снилось. И не приснится никогда. Хорошую работу, спортивную жизнь свою. Ну,
Так, гляньте, что я сделала, какое блюдо. Запекла картошку, туда сальце и розмарин. А вы не попробуйте. Пусть еще постоит духовочки. Ну, тупым не докажешь это. Что не докажешь? Чему-то звук меняется. Я не знаю, почему. Мы опоздали, все пропустили новости. Прижала полчаса. Я могу, не могу пойти в Москве со своим образованием выше. Час украинцев не берут. Моя мама вчера говорит, мама, меня не будут там чмырить в Канаде, что я украинка, потому что ее чмырят. Просто чмырят. Потому что она украинка. Хотя у нее российский паспорт. Я говорю, нет, доченька, в Канаде тут не будут тебя чмырить. В Канаде не чмырят никого. Ни русских, ни канадцев, никого. Да, украинцев. Конечно. Она им рассказывала. Ну, у нее акцент вообще-то. А что вы думаете, акцент нас не слышно? Она до 12 лет жила в Украине. После 12 лет акцент уже не меняется. У нее, конечно, не такой акцент украинский, как у меня. Но у нее он есть, они сразу слышат. Я не хочу разговаривать за политику. Не пишите мне это. Мы живем, она живет в маленьком городе, там все меня знают, откуда я и шо я. В Канаде рады всем. Тут абсолютно нет разницы, кто ты русский, украинец, ну для канадцев. Здесь очень толерантные люди. Здесь это очень плохо делить людей на национальности. В Канаде такого нет. Не то, что рады. Никому нигде не рады. Вы всегда отвечаете сами за себя. Кто вам будет рад в чужой стране? Только сами себе вы должны быть рады. Мне здесь помогли русские люди, например. Ну, местные, которые тут живут. Я приехала к русской. Потом еще одной, с одной девушкой познакомилась. Она русская, но она тут живет 15 лет. Она мне помогла очень. И кто здесь русские люди в Канаде? Естественно, они не поддерживают войну. Это значит, что если они тут русские, они поддерживают Путина. Нет. Тут много русских людей, которые даже на митинги ходят украинские. Чего вы так решили? Прям вот все русские. Это, знаете, что по национальности вот так делить, то это фашизм. Я смотрю, девушка с Украины и Германии забрали у нее трое детей. Иначе есть за что забрали. Значит, есть такая причина, что у нее забрали детей. В Украине нету фашизма. Фашизм есть в головах у некоторых больных на голову людей. Что у украинцев, что в России. Я даже в России дружила с людьми, которые не были ни расистами. Там, конечно, в основном все вот это чурки, бульбаши. В Украине такого нету. Ну, я жила в Украине, у нас такого нету, чтобы обзывали людей такими словами. В России такое было, я там жила 5 лет. Чурки, чурки. Меня один узбек угостил пловом. Так моя коллега сказала, как ты можешь есть, они грязные животные. Вот так относятся, я вам клянусь. Я говорю, тю, ну чистая тарелочка, что он принес. Я просто... У него спросила как-то, как вы готовите плов? Мне очень интересно, как вы готовите плов? Я хочу научиться.
Он мне рассказал и принес тарелку прям теплого. Говорит, Алла, я тебе принес плов. И я говорю, боже, спасибо. Я его прям такой, правда, вкусный. Он там выложил ту морковку красиво еще. А она мне говорит, как ты можешь есть? Они грязные животные, они не моют руки, у них все грязное. Я говорю, боже, вот. Я говорю, ну что, там все пропарено 100 градусов. Я с удовольствием съела тут плов. Еще он был не с говядиной, по-моему, с бараниной. Или, ну, не знаю, так и мясо. Так вот, я... В России это есть, но не у всех людей. Среди моих знакомых таких людей не было. Я не общалась с такими людьми, которые делят людей на национальности. Мои подруги там, они абсолютно, хотя они русские, они абсолютно толерантные. Не знаю. Вы почитайте в России, в любой зайдите. Я когда только приехала, там вот это ВКонтакте, там чурки, как они задолбали, когда они уже уедут, чтобы они сдохли, кинуть на них бомбу. Вот это они такое говорят, пишут. Это я не выдумываю. Зайдите в любой паблик, почитайте, что они пишут. У нас нет расизма даже в крови. Конечно, они белорусам не рады в Украине. А ты не догадываешься, за что? Может, за то, что ракеты с Белоруссии пускают? Да, я финансирую русскую армию. Я зарабатываю вот это 2000 долларов и в Россию перечисляю. На тебе, русский солдат! Вся адекватная Россия, мужчины, все в Армении, Грузии, сколько я знаю, мои знакомые, они все, никто там в России не живет. Они все уехали. Еще только услышали, уехали. Вот те копейки, что я плачу за ипотеку свою. Да, я перечисляю, чтобы русской армии. Ну, это ж такие ёбнуки. А что на них сказать, хоть я решила не матюкаться? 2000 долларов отправляете в Россию. Да. Сама сижу на донаты с ТикТока. Я считаю, да, что там будет только еще хуже, но что, поэтому я оттуда уехала. Ну а что я сделаю? Ну если идет процент, ну а что я сделаю? Мне что вы мне предлагаете? Подарить квартиру России? Ну я ж не могу ее, я не смогу даже ее подарить никому. Ну потому что это моя собственность. И я обязана платить. Сейчас дочка приедет, я ее продам и все. И не буду платить. Ну а что вы предлагаете? Не платить ипотеку. Понимаете, что если я не буду платить ипотеку, у меня нарастут проценты, меня все равно... Ну как, я ее не смогу продать потом, потому что у меня столько процентов нарастет, а она будет все равно у меня долг копиться. Ну как это, я человек очень обязательный. Тебе просто не оставляют шанса на Не, ну я не могу не платить ипотеку, ну люди, ну как я не буду, ну это ж моя квартира. Во-первых, это единственное, что у меня есть в жизни. Ну я ее, чтобы взять эту ипотеку, я продала квартиру в Луганске, ну там где 600 тысяч, и я вложила, чтобы мне дали ипотеку эту. Может и не торопиться, промало ли? Ну я пока не буду продавать. Пока мы не получим здесь пиар, пока не будет подарить все, куда ты вкалывал, да. На эту квартиру мой муж бывший вкалывал 5 лет, чтобы ее купить в Луганске. Потом я вкалывала, ходила в одних трусах. И сейчас я просто ее кому-то подарю. Ну, люди, ну вы что, правда? Какой я плачу, кого я убиваю? Если к вам обращаться, вы подскажете, кто вы там, Виталия? Я ж так знаю, как и вы. Я могу вам подсказать, я нашла себе работу по объявлению. Берете объявление Индит,
и ищите. Больше я не знаю способов. Я только так работаю ищу. А как еще подсказать, я не знаю. По объявлению. Теперь сбежала. Я не сбежала. Я просто уехала. Боже, вот человеку, понимаете, покою не дают. Я уехала в Россию, потому что в России я могла прожить. А в Украине на тот момент была такая нищета, что женщине, к сожалению, одной с ребенком было не выжить. А в Москве можно было выжить одной женщине с ребенком. Потому что там была более-менее зарплата. В Украине зарплаты вообще были. Они, во-первых, их понизили, когда беженцы приехали. В каком городе? Ну, зачем вам говорить? В Московской области. Сдавать пока не хочу, у меня же там все осталось, понимаете, мои вещи все. Ну, это мне надо приехать все разобрать, понимаете? А я пока туда не могу поехать. Мне надо поехать, оттуда все вынести. Ну как? А как я вынесу что-то? А вдруг оно мне ценно будет для моей души? Ну как бы... Это я буду или тетю, или маму просить что-то. Все под Бахмут. Кто не в России, квартиры сдают, их будут забрать. Не имеют права это делать. Этого не имеют права делать. Никто квартиру... Ну, я, конечно, надеюсь, такой никто ни у кого. Это моя собственность. Я могу... Как же Россия сейчас нигде. Я могу обратиться в Европейский суд и везде. Как это забирать? Ну, этого не может быть. Мне не за что забирать квартиру. Я законопослушный гражданин. За что у меня ее заберут? Я ничего никому плохого не делала. Я говорю правду за свою жизнь. Я не мыслю глобально. Понимаете, как вот эти люди. Вот Западная Украина, у них никого нет в России. И они очень глобально мыслят. Понимаете, у нас в Восточной Украине у всех в России брат, сестра, дочь, мать. Понимаете, мы не можем ненавидеть всех людей там. Потому что там наши близкие. Могут забрать только за долги. Долгов у меня нет. Я плачу регулярно. Что с их... Ну да, нововведение там не пойми, что будет. Придумаю, да. Ну, знаете, я делаю все по закону, пока я делаю. А что будет дальше? Приму бессилие, смирюсь и все. А что делать? Ну вот. Никто меня не отнимет. Боже, вы в России, а вы знаете, что такое знаки препинания? Воспросительный знак. Квартиры не отбирают. Не отбирают. За что у меня? Ну, за что у меня я, что касается России, я законопослушный гражданин. Ну, что у меня могут забрать? Я ничего, ну, за что? В Украине я законопослушный гражданин, и в России я законопослушный гражданин. У меня нет никаких нарушений. У меня везде есть трудовой стаж. В Украине 16 лет, в России 5 лет. А паспорт, когда вам выгодно? Да. Когда мне выгодно, я достаю украинский. Когда мне выгодно, я достаю российский. Ну, потому что у меня два гражданства. Ну, вы понимаете, что это вообще логично? Сделайте себе два гражданства, и вы будете доставать паспорт, какой вам выгодно в этой ситуации. И в Канаде законно, да. И в Канаде я законопослушный. Про меня мой лендлорд всегда говорит: Алла, вы такая хорошая женщина. Я тут ничего не нарушила. Один раз у меня только за превышение скорости нарушение. И все. Конечно, учитывается этот стаж. Конечно, есть пенсии. Почему говорите на русском? Потому что я хочу говорить на русском в этот момент. Захочу размовляти украинскую, я буду размовляти украинскую. If, как сказать теперь по-английски? If I wanna speak in English, I
was speaking English. Представь, я знаю три мовы. I know three languages. And I can speak of three languages, в отличие от тебя. На каком языке я захочу говорить, на таком я и буду. Я такого долго забирать не двигайся, она придет. Вот именно. Повышение скорости не считается. А вот це означає, що якби вони мають брати та сесту, підтримують війну, я не можу. Ну, а якщо вони не підтримують війну? Ви, ну, там люди живуть і плачуть. Ну, вони нічого не можуть зробити. Наприклад, як моя подружка. Мама боліє, чоловік боліє, дитина вчиться. Що вона зробить? Вийде на площу, скаже, її посадять в тюрму, а від неї залежить больний чоловік, хвора матуся. Ну, що вона буде робити? Жінка. Ну, ви теж так і скажете. Можуть забрати амбіції. Тим більше, що у вас канал ще командують, на якому язикі говорить. Ага, це язик вашого врага. Русський язик – це у вас в голові вашого врага. Для мене русський язик – це язик Чехова, Достоєвського, Горького і дуже багато інших великих писателів. Із-за того, що зараз війна, і ви не знаєте писателів, а знаєте тільки врагів, мне очень вас жаль. Для вас это язык врага, а для меня это великий русский язык, который я люблю. Я не люблю Путина и его правительство, и не люблю то, что делается в России, но русский язык был до вас, и он, и вы сдохнете, он все равно будет. Так вот, я паспорт врага, а вас не только с мовой проблема. Завідуйте. Ще є мова, наприклад, Шевченко. Звісно, я обожнюю Шевченко. Я багато знаю наизусть віршів Шевченко. Я прочитала книжок на українській мові українських письменників більш ніж всі ви тут в місті взяті. Я здала ЗНО по українській мові і літературі на найвищий бал, не готовлячись, у 28 років. Я б не здержалася, ага. От іменно. Ну, оці ж сидять пердуни українськомовні в вишиванках, у підвалах. А хлопці на російській мові розмовляють, за них воюють. Ага. Ну, раз я не умна, а чого ви мене смотрите? Позор після того, що Раша забула Україну, ви достаєте паспорт Росії, коли вам вигідно. А я зараз його не достаю. Я зараз, у мене є канадська ID. А якщо я полечу продавати квартиру в Росію, що мені, ну, подарити квартиру, не доставати російський паспорт? Ой, які чудні люди, Боже. Тобі вражко не в Канаді. Ну, це я буду сама вирішувати. Глянь, скільки зрителей за то. Дівочки, лайкаємо, лайкаємо, давайте популярність. Ракушки, ракушки. Хто мене любить, даріть ракушку. От я узнаю вашу любов. Ага, только сердечки дарят. Я ЗНО здавала в 28 років. 2000, якому, 9-му чи 10-му році. Так, в 2010 році я здавала ЗНО. Не треба мене ловити. Я вже була дорослою дитиною, коли я поступила в вищий навчальний заклад. І я, не готовлячись, 12 років після школи, не готовлячись, хімію я вчила. Я хімію ще здавала. Так, я рік займалась хімією. А по українській мові я не одного дня. Я граматику, там був тест з літератури і мови. Мову я здала на вищий бал. Я могла з цими результатами поступити
Майже, ну, як я захочу заведення учебне по Україні. 180 балів із 200 я набрала. І то я набрала 180, тому що мені попалося в білеті написати твір «Тигролови». Я це не вивчала. Я закінчила ще в Радянському Союзі, і я не читала цей твір. Ну, там сиділи діти юні. Вони написали, дівчинка рядом, я кажу, розкажи мені 5 хвилин, про що цей твір і яка там ідея. Ви ж вивчали в школі. Вона мені, я вже не пам'ятаю навіть. Вона мені швидко так бачить, я кажу, я просто доросла, я не вивчала це. І вона мені так в двох словах розказала, і я це розтягнула, там треба було скільки, 300 слів чи що, і я написала. Я писала стих, вірші українською мовою. У мене є збірник, де є мої вірші, 12 років. Мене війна торкнулась в 14-му році. Це у вас війна ще зараз, а в мене в 14-му році. Я такий, а чого ж пруться в Германію? Там дуже... Ага. Германія палила ваші хати, ваших родичів заживо. Експерименти на вас ставила, а ви перетесь в Германію, цілуєте їм руки тепер. І все забулося за 70 років, і все забулося, як хати вони палили з вашими... Скільки у кожного? У мене, допустим, у ваших бабусі, дідусів, рідних братів і сестер, скільки попалили живйом в хатах, скільки в концлагері у вас згноїли людей. А ви їдете в Германію, ви все простили, тепер і не кати. А в німцях тече кров з наших дітей, тому що викачували живйом кров і закачували німцям, солдатам. А ви це пам'ятаєте. І ви зараз, ой, німці, які хороші, і їдете туди, претесь. Угу. Такі умні, взагалі, молодець наш. Я вирішила, оце в Україні кричать, що я сепаратистка, в Росії кричать, що я бендерівка. Я вирішила зібрати чемодани і в'їхати в вільну країну, де мене ніхто не буде трогати. Мені бабуся розказувала, що німці таке не виробляли, як руські. Ну, твоя бабуся сиділа в селі і не була в Аушвіці. Моя бабуся теж каже, що в них був німець хороший, що її братика підкармлював тими, цукор давав, консерви. Але що вони робили в Аушвіцах? Ти взагалі нормально? Ти бачила, скільки волос? Як туди люди заходять, і істерика. Женських волос 3 вагона. Оце стільки вони сожгли живйом жінчин. Каже, таке не витворяли. Ти нормальна взагалі? Таке не можна забувати. І русські відплатять все. І відновлять Україну. Я жила в Україні до 2014 року. І в мене стаж український. Не то, що у вас, що ви по заробіткам їздили, а я працювала на підприємстві. У мене 16 років стажу. Боже, гля, скільки йти. Ладно, ну і в баню йти. Я хотіла це загрузити повністю. Наверное, придется і обрізати за політику. Ладно. Ну, так і русські осознають і покаються. І що швидше поміритесь через 20 лет. Ти там була, що говориш? Боже. Ну, да. Більше всього оскорбляються отечественники, українці. Це сама гидка, я, як тепер знаю, нація. Не всі. Ну, не всі. Ну, свої, да. Поэтому я тут їх избегаю. Тут я їх избегаю в Канаді. Не хочу даже. Не то, що я боюсь, мені гидко. І тут скільки наших з Восточної України, з Маріуполя людей поприїжджали, говорять, ми їх избегаємо. Не хотим вообще.
сидить вишиванки, ні війни, ні нюхав, нічого. Люди приїхали з Маріуполя, каже, а він починає на них наїжджати, чого ви російською розмовляєте. Привіт, каже. Переведи тему. Ну да, про Канаду лучше. Да, больше не буду, да. Ну, ты бачишь, я начинаю разговаривать сразу 300 человек. Долбанутых. Набега. Долбанутых. Мой город Эдмонтон. Все, больше я не буду ничего говорить. Вы бачите, что я спокойна? Быстренько поставили мне лайки. Я даже не нервничаю вообще. Я настроилась. Думаю, ну, надо просто... У меня просто очень много и хороших зрителей. Я просто концентрируюсь действительно на плохих. Но у меня очень много хороших зрителей. Вы такая пани классная, та симпатичная дама. Не переймайтесь пустым, бо вам это не лечить. Дякую, спасибо. Я все-таки думаю, что у меня дуже багато моих співвітчизників, які розумні люди, які розуміють все, а не ті, що це пишуть гадості. Я дуже на це сподіваюся. Тому що то, що мені кажуть, то, що пишуть не тільки мені, а всім з Маріуполя, з Донецьку, там всім, ну це жах, що вони пишуть. Добре, що ми кохаємо Бандеру. Дякую. Дякую за ракушки. Дякую. Ты столько, что говорила обратное. Что я говорила обратное? Я сподіваюсь, что дуже багато долбанутых, но я сподіваюсь, что среди моих зрителей таких все ж мало, кто мене любит. Є такі люди, які все розуміють. Ти сьогодні супер. Дякую. Лакаєте на дві аудиторії. Я як хочу, так і балакаю. Захочу на дві аудиторії, захочу на чотири. Заводьте свій канал і балакайте хоч на п'ять аудиторій. А мені поради ваші не треба. Відео із автобуса у вас хороший город. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю, что снимать. Честно говоря, вчера загрузила видео, начали там обсирать, ума нема, то-то-то-то, понимаешь, и я его удаляю. Респект вам, спасибо. Дарите мне, у меня есть и российская карта, если кто хочет с России задонатить, задонатьте. Есть у меня PayPal, можете мне что-то кинуть на PayPal. Мне вчера женщина сделала трансфер из США, по-моему. Можете трансфер поддержать, потому что у меня здесь мало денег, правда. Я донатю, потому что я очень много отдала за ремонт машины. Мне вчера женщина задонатила, я купила себе продукты в кузненьке. Сыр, клубнику, потому что нет сил жрать с этого фудбанка. Ну, правда, я сегодня выкинула тунец. Ну, так воняет, падла, сухий, недобрый. Как его жрут? Только разве суп есть и сварить? Мне лучше скиньте. А за что вам скидывать? Вот смотрите, я очень много часов вкладываю в ТикТок и в Ютуб. Я веду аудиторию. Вам тоже, чтобы удерживать 300 человек, тоже нужно постараться. Нужно наработать эту аудиторию. Тратить очень много часов. Ну, я же рассказываю за что. Чтобы меня смотрело столько, я очень много времени уделяю. Монтирую видео, чтобы людям было интересно. Снимаю все, несколько дублей. Ну, вы думаете, просто так аудиторию такую собрать? 300 человек. Вот так ты вышла, и тебя смотрят. Открой. Меня сначала смотрело 3 человека. Такие люди интереснее. Вот я стараюсь объяснять все по полочкам, как ребенку. Господи, в Канаде и попрошайничаешь. Да. Мне интересно очень. Но я не буду смотреть, извини. Я не попрошайничаю. Попрошайничаю те, которые играют в батлы, сидят целыми днями. Я прошу своих зрителей просто меня поддержать, чтобы у меня был стимул дальше что-то снимать.
Когда мне хорошо задонатят, у меня тогда идеи. А если мне ничего от этого нету, обратного связи, тогда я думаю, зачем мне это делаю вообще? Ну, мне это не надо. Позор, конечно. Ну, пусть будет позор. Мой же позор, не ваш. Чего вы принимаетесь чужим позором? Спасибо, что лайкаете. Ну да, это просто зависть, что им никто не донатит. Чтобы сделать одно видео, даже то, которое я маму снимаю, да? Ну вот, вы думаете, так сняла и все. Во-первых, я снимаю несколько дублей. Ну, даже маленький ролик. Вот даже фильм один снимают, его монтируют год. Я вот один ролик с ним делаю, вот с мамой. Я сняла три дубля. Потом из этих дублей я режу его, которые, на мой взгляд, самые удачные моменты, я склеиваю из трех дублей, убираю шум, изменяю голос, монтирую, добавляю, ну, звук больше, меньше, ну, там еще всякие фильтры накладываю, ну, для такого, чтобы света, понимаете? Я одно видео 3-4 часа делаю. Это ж не то, что вы просто думаете раз и сделал. Я забыла, как. Второе слово кут, первое не помню. Кат. Кат. Первое не помню, как называется. Я пробовала разные программы. Знаете, у меня такой характер. Вот я до одного привыкну, может, есть и другие получше. Я до одной привыкну, вот я привыкла в нее монтировать. Да, капкет. Я вот привыкла, я быстро монтирую, знаю, где там то-то-то-то. Я пробовала другие, загрузила, даже платные. Да, вот это капкут. И я к ним не могу привыкнуть. Я уже привыкла к этой, что я очень быстро все делаю. Но она что-то портится, искажает видео. О, это моя сестра с моей дочкой. Видите? Сидеть. Я на них всегда смотрю. Поэтому вот так. Видео тоже очень долго монтирую. Некоторые быстро. Прям вот что-то такое удаченькое сниму. Раз и сделала. Иншот. У меня есть иншот и платный я пробовала. Вот что-то я привыкла к одному и все. Сестре тут 20 лет, конечно, она молодая, красивая. Она умерла. 28 лет, ее нет. Чего она не будет красивая? О, 300 человек смотрят. Дарим эти ракушки. А то сейчас начну в батл играть с дебилом. Я не знаю, у других посмотришь, такие собеседники интересные. Мне вечно то хай Гитлер, то дрочи втихомолку, то еще что-то. Это редко-редко когда. Может, кто-то хочет из моих зрителей со мной поговорить, давайте сделаем эфир. Ложитесь спать обычно в 12, около 12. 300 человек, лайкаем трансляцию. Сейчас я планшет свой возьму, что-то вам покажу. Про картошку. А что вы мне не кажете? Ой! Картошечка. Ой, как пахнет. Боже! Это ужас, какие запахи. Я же еще сальце туда пожарила и с розмарином запекла. А что я, зачем я шла? Это просто бомба. Як воно пахнет? А я сало туда кинула и допекла. Так, смотрите. Сейчас еще немножко поведу. Давай задонатьте мне это. 100 ракушек. Что вы мне даже и... Сегодня доллар заработала. Свыни. Ей-богу.
Мне говорят, прилепи украинскую карту. Да. Не знаю, что есть смысл. Вы будете туда кидать, если я прилеплю, как вот все эти бусята все. Не знаю. У меня есть PayPal. На PayPal можно. Батька мексиканец. Батли недавно с тобой. А, ну да. Грек. Чи мексиканец. Сейчас. Что-то у меня нету этого. Тиктока. О, за політику перестала говорити і все, уходять. Це ж це сидять, більше ні про що поговорити, понімаєш? Деть бачать за політикою. Бігом, бігом, бігом. Обосрать, обосрать. Таке відчуття, що некоторі люди ждали війну, щоб обосрати швидше кого-то, понімаєш? Розмарин – це тархун? Я не знаю. Тархун взагалі, да, похоже. Вот це ж кажу, сидять некоторые, чтоб только, мне кажется, и ждали войну. Слышите, полиция, чи пожарная ездит. Постоянно что-то ездят, чи полиция, чи пожарная. Кто меня тут вообще смотрит? Я хочу на трансляцию к вот этому Виктору попасть. А я все никак... мои друзья поуходили. А я никак к нему не могу попасть. Катюха Магдалена, спасибо за лайки. Неужели Швейцария вот этого... стоит этого? В России спокойно можно зарабатывать так же. Я вот этого мужика люблю смотреть. Он так интересно рассказывает со Швейцарии, дядька. Блин, где он, ТикТок? Зараза. И что-то он пропал. Привет, белый кружочек, как это обожня. Я вас тоже. Белые кружочки не все. А что дают батлы? Ну, люди любят подбадривать, понимаешь, чтобы кто-то выиграл. Просто ничего. Чтоб я выиграла, чтоб я вины набрала. Ну, мне не нравится. Меня они бесят некоторые. Смотрите. Вот видите мой ТикТок? Вот тут есть у меня ссылка со скрепочкой. Вот под моей фоткой. Бачите? Со скрепочкой. Нажимаете ее. Это я учу, кто не знает. Дивіться, я нажала. И выскакивает вот такое окошечко. Сейчас оно долго может грузиться. И тут у меня мой Инстаграм, мой Ютуб, мой Амазон. Там можете мне на Амазон подарить подарок. Можете мне на PayPal что-нибудь кинуть. Очень много чего. На Ютуб подписывайтесь мой. Подпишитесь на мой Ютуб. 250 человек смотрит. Я вот этот эфир загружу полностью. Лайкайте, подписывайтесь на меня в ТикТоке. Лайкайте. А в каких случаях нужно сбивать корону? Первое. Вы Байгужина. Это нереально сработать ни с чем. На Байгужина не подписаны. Я иногда смотрю, так ржу, он мне нравится. И какая-то истина есть у него. Так. Конечно, не все, я согласна, но... Сейчас гляну, подписались чи не на Ютуб. Подписывайтесь на Ютуб. Я в Ютубе зарабатываю... Наоборот, один отписался. Ну, свиньи. Я вообще в шоке. Ночью подписалось 17 человек. И один отписался. Я в ТикТок, в Ютубе зарабатываю на просмотрах. У меня монетизация включена. Подписывайтесь на Ютуб. И смотрите видео. Сейчас я даже проверю. Алла Задорожная. Ну, там по вот этой ссылке можно перейти. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Я туда выкладу фоточки своей жизни. Приветик, Билл. Ага. А в какое блюдо добавляют тархун? Я не знаю. Я знаю только напиток тархун. И я знаю, армяне его так жрут. Напитки. Они его так едят. Я в армянском ресторане работала как-то. Подписывайтесь на YouTube. Никто не подписался. Прошу, прошу. Вот вы свиньи.
посмотрите мои видео. У меня очень интересное видео там. Ну что вы за свиньи, не подписывайте на мой ютуб. Я хочу быть звездой ютуба. Мне там и так пишут комментарии. Ой, она думает, что она звезда. Вот мой канал, Алла Задорожная, бачите? Я тут от вышиванки стою. Вот. Видео. Вот, 234 просмотра на мое последнее видео. Вот гляньте, сколько я трансляции прям загружаю полностью. Гляньте, сколько у меня трансляций. Можете смотреть и балдеть. Матюки, правда, я вырезаю сразу, говорю и политику. Потому что, ну, я не хочу, чтобы в Ютубе меня банили. Потому что в Ютубе я боюсь, чтобы меня забанили. Потому что в Ютубе я зарабатываю. У меня включена монетизация. Могу показать, сколько я заработала. Показать за неделю. Сейчас я покажу. Поэтому смотрите больше, чтобы я больше заработала. Смотрите, сколько за неделю. 5,69. Бачите, монетизация. 5,69. И подписчик... О! Еще кто-то отписался. Я говорю, подписывайтесь, они отписываются. Вот свиньи. Я в шоке. Берут отписываться. Я хожу, подписывайтесь, они отписываются. Кого пока? А, показываю. 5,69 заработала за неделю. Вы кто-то кнопки перепутал. Кажу, подписывайтесь, вон и отписывайте. Ну, это ужас. О, подписал один человек. Молодец, один человек подписался. И смотрите видео. Вот эту трансляцию я полностью загружу. Но случайно нажимает на подписку и отписывается. То от зависти. Это сколько в евро? Я не знаю. Спокойной ночи, спокойной ночи. Подпишитесь на YouTube. О, еще кто-то подписался. Молодцы, молодцы. Сейчас я подпишу. Я вот это видео, но я его не сразу загружу, потому что TikTok его загружает часа два. А потом я его скачаю в телефон и загружу в YouTube полностью. Не буду ни монтировать, ничего. О, еще один подписался. Молодцы. А потом кто-то посмотрит в Ютубе и скажет, боже, ну она и собирая подписчиков по одному с ТикТока. Я не знаю, сколько это в рублях. $5 в рублях. Ой. Сейчас скажу. 60 тысяч это $1000. 6 тысяч это $100. Ну, около 600 рублей. Ой, не, 6 тысяч это $100, 600 рублей это $10, $300, ну и шо, это начало, мне только недавно монетизацию включили, чтобы монетизацию включили, тоже, извините, надо за месяц 4000 просмотров, наберите. 4000 просмотров и 1000 подписчиков, чтобы у вас 4000 часов просмотра, вам тогда включат монетизацию. Вот два человека, вот у меня какие зрители, только два человека подписало. 400 рублей, доллар по 80. Дуже стало интересно посчитать свою статистику нахождения прямо в ТикТок. Да, монтаж много. Да, много. Так, ну ладно, ребятки, буду тогда... Ракушек мне не надарили. Я не знаю, что с вами делать бессовестнее. Смотрим тогда YouTube. Занимает, а работаю, а кухня, а сон. Чума. Приятно познакомиться. Я Алла Задорожная. Что вы чума. Так, дуже дякую, хто підписався, два чоловіка на Ютуб.
Так, подарите ракушки. Или давайте до 100 000 мне наберем лайков, и я пошла. Ракушки, ракушки, ракушки при ракушке. Подарите ракушки. Я хочу ракушки. She sells seashells by the seashore. Ракушки. Сейчас я ее забываю все время. Сейчас надо вспомнить. She sells. Сейчас. Можете повторить скороговорку? Давайте поучим в прямом эфире, чтобы английский хорошо выучить. Сейчас мы найдем. Щи. Алла, каком тебе... Алла, а там тебе писала какая-то неадекватная со своей жизни. Она отстала. Ну, наверное, я заблокировала, я не помню. Но... Sure. For if she saw... Вот, слушайте, можете запомнить? She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ну-ка, повторите. Let's try it a bit slower. She sells... Можете повторить. Очень тяжелая подача. Почему? Почему тяжелая? Конечно, можем. А ну повторите. Что-то на китайский по. She says about the seashore. The shell, seashell, or she said, I'm sure. Ну да. She sells seashells by the seashore. The shell she sells or she sells, I'm sure. There are she sells seashells by the seashore. Я ее все время забываю. So, if a shell she sells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. She sells seashells by the seashore. The shells she sells... Ой, блядь. Короче, ладно. Я хочу ее так выучить, чтобы она вообще у меня от зубов отставала. Ну да, скороговорка еще. Peter Piper picked a pickled pepper. The picked a pickled pepper, Peter Piper picked. Питер! Ладно, девочки. Пошла я. Не дары ты ничего. Давайте хоть лайки до 100 000 дотянем, и я пришла. Мы на сегодня много дел. И опять уже 1.5 месяца не пылесосю в хате. И опять у меня нет ни на что времени. О май гад. С этими тиктоками. А для чего учить скороговорки? Глупый вопрос. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо большое. Сама крутая сложная скороговорка, звук Д. Почему? Я нормально уже Д, Д, Д. Мне репетитор поставил. When the this. Николаевна, мама у вас учитель. Не, мама у меня бухгалтер. Мама у меня всю жизнь проработала главным бухгалтером. Головный бухгалтер, экономист, не учитель. Ну, а, наверное, ей бы учителем подошло. Ее дети боятся. Ну, маленькие, небольшие. Sorry. У меня подружки все учительницы. Вот все подруги...
Картошка, вообще не скидывается, наверное. Так, так, до 100 000 лайков и я пошла. Уже 3 часа. О май гад. И ракушки, 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 ракушки. She sells seashells by the seashore. От гарні здорові зуби. Дякую. Це генетика. Це генетика. Давайте. Ракушки, ракушки. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are she sells I'm sure. In the transfer of toward wood went transferred a front thing. If a transfer on transfoot went to trans that a trans thing. Не, ну если повторить много раз, разумела. А это можете просто. If a trans. Мне надо очки одеть, я плохо бачу сейчас. Я такой мелкий. Ой, если по-русски или по-украински я могу здесь догадаться, английский у меня не такой хороший. Да ёб твою мать, все попадало. Ой. Зараз. Ой, бля. If the transfer of transport went to transshed a trans thing. Правильно? Герой англича. Нет, воду в Канаде не экономят. Канада богатая страна, тут много воды. Так, 83 000. Там тру, а не тру. If the thunder, if the thunder of Washwood went to Thatcher a watching. If a Thatcher of Thatchut went to Thatchet at watching. Watching. Ну да, это тяжелое. Я в квартире плачу за квартиру, у меня все входит, кроме света. Я не экономлю. Так, ладненько. Не буду я достаждать, у меня очень много дел сегодня. Бачу, вы слабенько лайкаете и ничего не дарите, свиньи. Можете подарить мне... Я думала, хоть 1000 сегодня алмазов наберу. Ни года. $1.5 заработала. Это... Я пошла. У меня сегодня много дел, не буду говорить каких. Потом расскажу позже. Еще мы хотим с Яной потом вечером бассейн. Ладно, голова болит. Сейчас надо прибраться. Я, наверное, не успею опять. С этим ТикТоком засрусь. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо вам большое. Я все-таки думаю, что у меня очень много нормальных зрители, я просто в последнее время сконцентрировалась на плохих. А на самом деле у меня хороших намного больше. И я из-за плохих распугала хороших. Из-за плохих зрителей распугала. До свидания. Спасибо. Спасибо всем. Можете мне подарить напоследок что-нибудь? Ракушки, she sells seashells by the seashore. Have a good evening. Thank you very much.
Have a good evening, have a good day, have a good holiday, которые уже заканчиваются. Чтобы мы никуда не мы верны. See you tomorrow, maybe. Good night. Have a good night. Все, всем пока.